Добрый день, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены. Вся мировая общественность замерла в ожидании. Все телезрители прильнули к экранам телевизоров, потому что прямо сейчас состоится грандиозная церемония презентации темы в стиле кино. Уважаемые коллеги, по моим словам, ты уже понимаешь, что сейчас пойдет речь о тематике кино. Хочу предложить вам два совершенно разных по наполнению, но одинаково успешных сценария. Снимается кино и церемония вручения премии «Оскар». Основное отличие – «Оскар» требует дресс-код гостей, более тщательной подготовки и основа игровой программы «Зарубежное кино». Папки с материалом вы найдете. Текстовой документ около 45 страниц, прописанный во всех деталях. Полиграфия, которая для киношной темы необходима. Тематическое музыкальное оформление и музыку для всей конкурсной игровой программы. Фото и видеоматериалы, а также видеофайлы для работы с мультимедией. Сценарий наполнен тематическими подводками, выдержанными в стиле, игры, конкурсы и мультимедийные развлечения. Даже если вы не работаете с проектором, вам все равно будет достаточно материала, чтобы отработать полный банкетный день. Впервые с темой кино я столкнулась в 2010 году и с той поры неоднократно имела возможность проводить такие праздники в разных компаниях и по разным поводам – свадьба, юбилей, выпускной, новогодний корпоратив. И не помню ни единого праздника, который бы не удался. Чтобы эта тема с первого банкета зашла на ура, достаточно в своей копилке иметь предложенный мною сценарий.